Морозное пучение в действии. Я надеялся, что не сильно выпрет это крыльцо. Вот так вот получается. Здесь дверь уже открывается не полностью. Здесь было ровно на 3 сантиметра ниже уровня двери. Сейчас уже подпирает. Дверь поджала вверх, вот эта вот стоечка сбоку. Я уже опускал, подпиливал стойки здесь на 5 сантиметров, но опять выперло, то есть очень сильно прет морозное пучение. Вот. Если посмотреть здесь, вот так вот, не знаю, передает, не передает, но здесь прям середина, где проезд, он, его выперло, наверное, сантиметров на 10 выше, потому что снег здесь чистим, соответственно, замерзает и подняло вверх все. И также здесь я специально стойки вынес дальше, там старался не крепить возле стены, чтобы не перло на стену, но лестницу все равно расперло, и вот за счет вот этой вот стойки, вот этой лестницы, стойки, да, ее здесь вот здесь прижимает и давит вверх туда к двери, и дверь поджимает. Так сложно с морозным пучением. Вот морозное пучение действия. Здесь отсюда камни давят на стойку снизу. Вот здесь я повыбивал, здесь внизу еще не выбил. Вот здесь внизу еще не выбил. Там есть камушек в самом низу, в которую упирается стойка, ее поднимает не за счет того, что снизу поднимает, а давит сбоку, вот отсюда давит сюда в сторону. Так же самое давит вторую стойку. Вот здесь я еще не выбил, там с боков повыбивал там камни, и тут под низом ничего нет. Под низом ничего нет, а давят именно вот отсюда, вот, вот так вот давят, и получается надавливает, давит сюда вверх, и придавило уже дверь туда вверх, выдавливает полностью раму двери, одну сторону вверх давит, и дверь неплотно прикрывается. Вот так я снова выпилил по 5 сантиметров на стойках уже. Вот край почти опустился, практически опустился он, да, 5 сантиметров для того, чтобы был люфт. Досками я скреплю это, и как бы пока будет такой вариант, что при необходимости я просто буду откручивать доски и перекручивать на новое место. Вот пока так. Выровнял крыльцо, выровнял лестницу немножко. Здесь оставил проямки освобожденные, без камней. Вроде бы пока что. Хочу посмотреть, как оно дальше будет. Вот, крыльцо немножко даже опустил ниже. Вот так вот, относительно двери, да? Но посмотрим, что будет дальше. Пока еще 2 месяца зимы впереди. Посмотрим.